И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Ops Play. Это вынос мозга под названием Geometry Dash. Так, таймер включил. Ну, это про кубик, как он там. Про кубик, короче. Я тут немного поднастраивал, может мне вот этот откроется, вот этого хочу. Проверял немного, то есть один уровень я пытался пройти немного. Вот, видишь, до 5-6% первый уровень прошел и все. Начнем. Как бы игрушка такая прям мозговыносящая. Да ёпты. Сейчас он прыгнет, он, я тебе говорю, он соскальзывал уже со всеми, у меня ж нос чешется. Опять чешется нож, заебал, я его отрежу скоро.
надо прыгать. Спокойно, блядь. Давай другой уровень. Не идет уровень, надо другой. Вот этот давай попробуем. Я думаю, будет полегче. Так, это сама подкидывает, да? Ах ты, сука, мразь. Она подкинула меня тогда, когда не надо. Ее еще и перепрыгивать надо. Блядь, здесь прыжок должен быть. Угу. Вот так. Ах ты ж, сука. Ну, рука сама это делает. Ну, я тут ни при чем, не ругайся на меня. Сейчас все пройдется. Во. Все плывет, не понимаю, блять, уже. Так. Прыжок, 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 прыжок. Прыжок, прыжок, прыжок. Прыжок, 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 прыжок. Та-т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 а
Это автоматом было. Я уже автоматом нажимаю. Да, блядь, я его уже не вижу. Так, отлично. Этот уже место бодрячком проходим. Прыгать. Прыгать, сука, сказал тебе. Да не сейчас, ты, козел. Да не сейчас. Ну тут, мне кажется, уровень немного легче. Или мне просто кажется. Угу. Я не пойму, как должен быть развит мозг, чтобы за этим всем уследить. Да не прыгай ты сейчас, блядь, ебаный ты мозг. Ты не давай сигналы, когда не надо давать сигналы. Ты тупой, что ли? Есть. Есть, есть. Да, да, да. Блядь, здесь прыгнуть надо было, ты прикинь? Здесь надо было прыгнуть. Мудак. Шип мудак называется. Вот встретишь такой шип, знай, что он мудак. Да блять, сука, я забываю про эту хрень. То надо на нее нажимать, то не надо на нее нажимать, наезжать. Есть. Да. Та-та. Та-та-та-та-та. Да блять, та-та-та-та-та-та, блять. Надо надрочиться. Надрочишься в эту... И вот это. И тогда будет прям заебись проходить. Да ты прыгнуть должен был! Он не прыгает. Я ему говорить прыгать, а он не говорит прыгать мне. В ответ говорит хуй тебе. Та-т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 а. Та-та-та-та-та-та-та. Музыка здесь не очень. Прежняя была получше. Надо, чтоб музыка вкатывала, и тогда будет хорошо. Здесь надо было прыгнуть. Да ты, сука, какой же козёл, а? Короче. Короче, назад. Нам надо этот пройти. Этот полегче, этот получше. Ты как бы чувствуешь, он...
Да, блядь, ну как? Подлетаешь ближе, оно не прыгает. Да. Кинь. Ой, я так боюсь проебаться. Есть, я прошел. В видео я говорю, что я пройду, я его прошел. Мозгу надо это давать, понять. А почему одна звезда? А практика у мод это что? Что такое практика у мод? Подожди, это не то, это заново идет. А вот это вот что такое? Practical мод 0%. Ага, вот здесь. Так. Что за practical мод?
специально сделаю. Нет, это не то. А во, Practical Mod. Кто такой Z? А, еба. Что наделал? Кто такой Practical Mod? Допустим. Я не вижу что-то здесь, ничего такого сложного. В этом практикал моде. Допустим. Как бы упрощенная версия, типа, да? Была сейчас жесть. Блядь. Ну, типа это вообще легенький мод. Ах. Ну как сказать, если он, конечно, он как бы может подосрать хорошо так. Как бы и все. Что сложного? Типа я сейчас пройду и практикал мод плюс, да, к тому? Допустим. Вот теперь стой, это. А что это дало мне? Допустим. Есть что-то дало? Я не хочу, я хочу вот это. Можно мне его? Цвет какой? Цвет давай вот такой вот, синенький. Они закрыты. Ну такой давай. Вот так. Нет, надо посветлее, потому что его не будет видно. Ну что, как бы у нас времени еще-то немножко есть, а нет, уже нет. Ну, я прошел уровень, как и говорил. Вот этот будет сложнее. Да и этот тоже, я не знаю. Давай его просто протестим. Посмотрим, как он, что он из себя представляет. Это минус мо... Это называется минус глаза. Ну, кстати, музыка что-то такая вот начинается, да. Такое прям хорошее начинается. Правда, вот этот вот фон меня просто... Мои глаза сейчас вытекут нахрен. А здесь прыгать не надо. Та-т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 а
Не надо было прыгать. Ну что, мы посмотрели. На этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте колокольчик, чтобы вы смотрели видео и не пропускали его. И всем до встречи. Всем пока.